Привет всем! У меня тут идея такая, проинспектировать состояние польских зарядок в моем районе, Поморское воеводство, в районе автострады А1, по дороге к Гданьску, и потом посмотреть, как развивается эта ситуация со временем. Сейчас январь 22 года, если вы планируете приехать в Польшу электромобилем в 2022 году, это видео может быть для вас интересным. Вот, посмотрим все зарядки, как их включать, с чем их едят, вот, и все такое. Ну и поехали. Окей, едем на первую зарядку, которая находится где-то в 16 километрах от дома, от Старогарда. Место отдыха путешественников. Место отдыха путешественников Ольше на автобане А1 в направлении Торунь и Лодзь. Вот, там у нас будет аж две зарядных станции, причем одна из них может быть поломана. Во всяком случае, в приложении Greenway статус зарядки вчера был неизвестен. Вот. А вторая, даже две зарядных станции Ionity, которые могут нам давать, не нам, а машинам с архитектурой аккумулятора 800 вольт, могут давать в пике, по идее, 350 киловатт. Но в Тесле архитектура 400 вольт, и кроме того, у меня сейчас заряд 85%, и я не подогревал машину, не подогревал батарею, поэтому высокой скорости зарядки мы никак не увидим. Зато мы увидим то, что машина берет тепло на подогрев батареи. Все, поехали. Окей, меньше чем за 15 минут я доехал до первой ультрабыстрой станции зарядки. Я потратил всего несколько процентов батареи. Сейчас у меня 82. Ну и сейчас протестируем их по очереди. Вот. Только сделаю технический перерыв. Окей. У нас тут две станции. С резервом на еще две. Вот. Машины ездят. Заправка и КФЦ сзади. Вот. Сейчас проверю, только подключу, работает, не работает, и поеду дальше. Окей, мы попробовали заряжаться, оно заряжалось 20 киловатт на холодной батарее при 82%, вы все видели. Значит, что у нас сейчас? Температура статоров обоих электромоторов около 14 градусов. Вот, и температура батарейки тоже 14 градусов. Основной источник нагрева батареи были, основным источником нагрева батареи, пока мы ехали, были моторы. Но, как видите, оно не намного нагрелось. 13 градусов это немного. Вот, но хорошо, сейчас, пока мы подключались, 22 киловатта мы видели, еще, допустим, 6 киловатт шло на разогрев батареи. Если батарея будет теплее, может быть, мы увидим большую скорость зарядки, но на таких высоких уровнях заряда навряд ли. Зато в холодную погоду мы можем, заряжаясь на быстрых зарядках, добавлять можем тепло в батарею, а это значит, что мы меньше потратим энергии на то, чтобы это тепло тепловым насосом из окружающей среды вытягивать. Поэтому есть такая польза в машинах с тепловым насосом. Тепло из батареи будет перенаправляться в салон. Greenway. Ну все, теперь мы приехали на Greenway, буквально объехали вокруг заправку, и мы на Greenway видим скан My Tesla, видим температуру батареи, температуру статоров. Батарея нагревается только за счет статоров. Зарядка Greenway за нашей спиной абсолютно свободна. Вот, сейчас будем там заряжаться. Все будет легко и просто. Go.
Окей, как вы видели, Greenway, активируя карточкой, работал идеально. Вот, его можно будет активировать тоже через приложение на Android. Чуть-чуть более геморно это может быть, и вам нужен будет обязательно интернет. Но сама станция работает идеально. Скорость такая же, как на Ionity, потому что у нас высокий уровень заряда. Сразу же статоры подогрелись до 18-22 градусов Цельсия. Вот, и это сейчас температура передается в батарею, даже после того, как я выключил зарядку. Поедем сейчас дальше. А, ну сразу. Unlocked. Okay. Плюс в карму за лайк и подписку. Спасибо большое. Даже солнышко нам светит. Очень хорошо. Но, что я понял, проект этот требует много времени, чтобы показать все зарядки. Сегодня это навряд ли будет возможно. А еще я решил разбить это видео, потому что оно получилось уже слишком длинным, на серии про каждую из остановок, про каждый из пунктов отдыха пассажиров, на котором я останавливался и проверял зарядки. Поэтому сегодняшняя серия на этом заканчивается. Не переключайтесь, я буду выкладывать следующие тесты зарядок очень скоро. А еще тизер, скоро на канале будет тест Standard Range Plus и Long Range в Польше по польским дорогам со скоростью 150 км в час. Все, спасибо, пока!